Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут, вы на канале Лор Чик Чик Чирик. Сегодня, как вы поняли, по названию видеоролика у нас будет вторая часть выживания, опа, выживание в Майнкрафте, так сказать, ПЕ, ПЕ. В общем-то, перед началом не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы следить за всеми новыми стримами, а также с вами. Начинаю! Так, собственно, заходим. Так. Майнкрафт вылетел. Что за хрень? Так, заходим. Второй раз. Что за хрень? Почему меня выкидывают-то? Что за хрень? Пробуем зайти третий раз. Что за херня? Так, ребята. Собственно, прямой эфир. Я только что один раз запустилось. Новый мир. Здесь этот тоже запустится. Говно! О! Зашло! Все, продолжить использование. Да, все, имба, ребята, жестко, жестко. Все, продолжаем выживать на нашем самом наикрутейшем мире Майнкрафта. Так, там всякие криперы ходят, всякая херня ходит. Давайте разберемся, что это, что это. Стойте, все, не стойте. Так, давайте вот этого маленького кизяблика. Нихера, на. На, ну куда? А, в смысле? Нет! На. Нет. Вот засранец. Подорвался. Так, ладно. Давайте застроим эту всю хрень. Так, застраиваем. Да блин. Все, не хватило до конца. Ладно, давайте сейчас еду себе, так сказать. Фигачим. Возможно, сделаем даже удочку. Ни хрена! Что он фул зачарен-то? Смотрите, как тратится жестко. Что за хрень? Вон. Дома е. Окей. Наступил этот момент. Смотрите, сейчас все будет. И камнем в ней. Повезло! Кольчуга! Это мне повезло. Такс. Кушаем, еще еды наберем. Ну, в принципе, очень классно то, что снова, так сказать, все заработало. Я думал, оно уже не запустится. Видимо, надо очень быстро все это запускать, потому что если долго запускать, то будет какая-то непонятная ошибка. Я пытался исправить, а уж думал, все закрывать, так сказать, проект и куда-нибудь еще другой снимать, так сказать, проект. Ну, вот так вот. Если ты захочешь на новый мир, у тебя время обнуляется. То есть каждая. Мир, на каждом мире свое можно играть 90 минут. Что печально на самом деле. Но как-то так. Возможно, можно будет быть наблюдателем. Если что, если там что-то понастроил какое-то классно, то типа если что, то да. Так, давайте сделаем. Да, вот удочку я хотел сделать. И можно пойти порыбачить. Ну и покушать. А, курятину. Ложим, все, пойдемте порыбачим и побиваем всех. Получай. Так, все. Ни хрена, смотрите, он 3D-шный. А, он и был 3D-шный. Или нет, что-то я не помню. Ничего, да, такая яркая, прям классная. Знаете, мне кажется, я тут ничего не словлю. Ощущение прям. Что это как-то прудик. Окей, давайте пойдем, значит. Я не знаю, куда пойдем. Что мне кажется. Да, я тут ничего не понимаю. Ладно, тогда на будущее оставлю эту удочку. Можем. Нет, не можем. Сейчас мы Сейчас я дострою домик. И думаю, можно отправиться в какое-нибудь что-то типа путешествие.
Там порыбачу, накопаю много всего интересного. И все будет чихи вам бони. Так. Небо один камушек. Еще. Так, и можно еще что-нибудь накопать, а то вторая серия. А мы, блин, а без ничего. Ну, в плане без каких-то каменных сетиков, так сказать. Я вообще-то это хотел, да, сделать. Так, все, теперь это все ложу. Это ложу, 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 ложу. Не ложу. Все. Я сейчас, значит, пойду покупаю деревца. И все. В принципе. Дострою, вот. Я дострою свой домик. И потом, думаю, пойду в путешествие. Так, ну все, думаю, 42 хватит. Это что у нас? Это, считайте, 3 стака. 2 стака с большой половиной. Давайте сделаем экстрим. Вот. Они не одни. Быстрей. Тут криты работают, я не знаю. Быстрей! Ой, их трое! Они на меня нападают, быстрей! Убивай! Их четверо! Их пять! Ха-ха-ха! Бежи нахера! У меня дом даже недоделанный. Все, осу. Не знаю, при чем тут осу, типа, кликать. А, ну все, в принципе, это было и... Они ни одна меня даже не попала. Что-то как-то... Да. Я думаю, будет поинтереснее. Хоть какой-то контентик будет. Ну, получилось все как-то, ну, да. Не особо. Ну, ладно. Так, живность тут спавнится. Это мы забираем, это мы ложим. Там, конечно же, ничего нет. Пойду покопаю. Хотя нет, куда это я пойду покопаю? Я пойду домик дострою. Так. Так. Ага. Вот так, так, и вот, и вот так. Все вот так вот, в принципе, такой вот. Такая башенка небольшая. Сейчас делаю прям башенку, а не хреньку. Мне, походу, не хватит, а нет, хватит. Ну, удивление. Так, ладно. Все, та-да, вот такая вот получилась классная башенка. В принципе. Я уже кушаю, что я яблочко нашел. Приколбасное. Так, это второй этаж. Здесь надо сделать такой вот спуск. Быстрый. Спать надо. Да. А, издеваться что? А, ёпты, что-то не увидел сначала. Спать. Спать. Итак, вот и подошел наш ролик к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы следить за всеми новыми стримами. А также видосиками. Всем спасибо и всем пока. Пока-пока. Смотрите, проверяем интеллект. Ну ты, конечно, лупокус.